участвую в лайф. Какой ты, чего у меня так? Очень красиво, потому что... Здравствуйте, здравствуйте. Опачки, а это не Дарья. Друзья, я подстриглась и немножечко покрасил волосы. И закачалась. И зубы у меня выросли еще. Здоровые. Вот облом. Что пишет? Пишет: добрый день, привет, здравствуйте, здравствуйте. Дашенька, следи за дорогой, пожалуйста. Следи за дорогой. Привет, Финляндия. Привет. С моим перископом. Моим перископом все отлично, друзья. Сейчас я подрублю своих хейтеров. Своих подписчиков. Ой, что нажал. Секундочку, подождите. Так, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Своих карманных хейтеров. Я Тереж подключил своих карманных хейтеров. Здорово, друзья, здорово. Это Дашенька. Это Дашенька, и вышло солнышко, вы посмотрите. Сереженька. Даша. Не, никто не пишет Сереженька. Напишите Сереженька. Девочки опять тебе всякие написали. Напиши, девочки, смотрит меня вообще. Хотя это Даша. Да не смотрит тебя девочки. Да, Даша, перископ вообще. Чего хорошего? Машина. Машина с колесами у нас. С рулем. С двигателем. Расскажи ему о наших блинчиках, которые мы тут делали на нем. Мы делали прекрасные, вкуснейшие блинчики. Я хозяюшка. А, Дашенька, хозяюшка. Хозяюшка. Оп. Вот, кто-то у нас уже подрезает. Ну ладно, что еще? Мы делали блинчики прекраснейшие. Может быть, надо намонтировать коротенький ролик для Инстаграма. Жорики, вы на диете? Вы на диете. О, гаишнички там тормозят всех. Надо от гаишничков подальше. Будьте ловим, как шкарлупка яичницы. О, Фрида. Фрида, привет. Даш тренирует в клубе Доча. Доча Джим. Джим. О, Маргарит, привет. Привет. Сережа и Даша, Маргарит. Маргарит, поздравляю тебя с дебютом в бикини. Ты какая молодец. Какая Маргарита? Маргарита, девочка. Что за Маргарита? Маргарит, смотри, как Даша реагирует на... Я везде вошла в топ-5. Маргарита, девочка, которую я консультировал, ее парня... Вот, она увидела первые плоды, и потом она решила заниматься и выступить в бикини. Маргарита, всегда нужно быть в тройке? Маргарита, первый раз. Первый раз, мне кажется, очень круто. Очень красивые фотографии сделал Артем, я смотрел. Так что, молодец. Давайте какого-нибудь мальчика похвалим. Мальчика? Не знаю, Никита смотрит у нас. Никита, Москва, смотришь? Поздравляйте. Салютка, и ты молодец, красавчик. Так что давай стреляй на Россию. Вот, похвалили Никитоса тоже еще. Кого еще похвалить? Кто у нас еще хорошо выступает?
Хвалите меня. Гоша на Бали. У меня сегодня, кстати, вышел видос, где он под фортепиано путешествует, объезжает весь остров. Кто-нибудь смотрел? Позитивненько. Гош хорошо живет. Мы радуемся за его видосы. Так. Меня не заблокировали в Перископе. Я просто мне ничего не перескопил. Сейчас ты взял, что меня заблокировали. Даже канала нет на Ютубе. Даже можете наблюдать на моем канале. Монтирую сейчас выпуск с Гошиного дня рождения, где Даша ставил под дождем у нас. Потом мы ездили. Хочешь это все вытащить? Под дождем? Не вытаскивать? Нет. Совсем не хочешь, не хочешь? Нет, конечно. Ну ладно. Лизни Дашу. Лизни Дашу. Таким языком большим. Как корова. Так. Подсушился или в какой форме? Да, примерно в такой же. Какой-то желтый. 104-105. Нет. На дорогу смотри. Я смотрю. Команды мои. Я командую тобой. Так. О, жир это, друзья, очень некрасиво, противно и мерзко. Так что я... Скажи своим подписчикам, что ты там сюда приедешь. В Псков? Да. Друзья, что, мы... Что? Что рассказать? Въедем в Псков. Какое число? 16 числа. Будем... Там. Поздравляю Дашу с бронзой, она молодец, очень красивая спортивная пара. Спасибо. Это Маргарита написала. Ой, Маргарита. Спасибо. Хорошая девочка. Так, что еще? Так, потом я поеду, потом надо будет поехать в Прагу. Потом надо будет поехать в Италию как-нибудь, наверное. Может быть, сразу два в одном. В Италию ты собираешься? Надо в Италию ехать. А зачем? У меня итальянская виза, надо в Италию ехать по-любому. Заезжать. Вот. Че еще? В Испанию тоже, может быть, мы мотанем. Интересно, твой перископ знает больше о тебе, чем я. Да, Италия, виза. Ребят, задавайте ему какие-нибудь каверзные вопросы, чтобы я побольше узнавала, Сережа. Да. Жанетти, погладь меня. Ты опять сидишь и получаешь. Вррррр. Голым так делает. Да? А коты как делают? Коты? Мур-мур-мур. Мы едем за спортпитом от бренда Genetic Lab Nutrition. Назовем так по-английски. Так. Время. Ой, не время. На просвете в магазине Genetic. О, дела. В принципе, прекрасно. Погода сегодня, мы выехали, вышло солнце. Вот. Пока мы сидели дома, было...